Привет, друзьяшки, котятки, меня зовут Варя, и сегодня мы играем в игру Roblox, и сегодня я снимаю стрим не одна, а с... Пашей. Всем да. Привет. Да, и получается, сегодня мы снимаем стрим по Роблоксу, и сегодня мы играем построить корабли. Я в фиолетовой команде. Паша, ты где? Ты фиолетовый, да, говоришь? Да, я фиолетовый, заходи сейчас ко мне. Сейчас бегу к тебе. Соглашайся. Да. Так. Так, стой на месте. Привет, Паша. Привет. Вот, ребят, посмотрите. Вот. Подожди. Паш, подожди, сейчас. Паша, подожди, у меня вот это вышло. Куда мне нажимать? Окей? Да. Хорошо. Окей. Итак, ребят. Кстати, смотрите на мой новый скин. Да, у Паши вот такой скин. Ребят, ставьте лайк, оцените, если вам... Оцените от 1 до 10. Ага. И поставьте лайк. Напишите в комментариях. Да, и напиши, и поставьте лайк, если вам нравится, а вот Пашин скин, посмотрите, какой он прикольный, с Человеком-пауком, круто. А у меня Hello Kitty, и ушки-кошки, господи, мне кажется, ушки-кошки придают мне милость, или личико. У тебя реально прикольный скин тоже. И, кстати, да. Заварен скин тоже, поставьте лайк. Так. Нет, Заварен скин, подпишитесь лучше. Да, за мой скин подписывайтесь. За мой скин лайк ставьте, а за Варин подпишитесь. Да, и, кстати, Паш, ты заметил, что на моем персонаже еще цветочки такие, цветочки, видишь? Да. Давай строить уже эти. Я, стой, ничего не строю, сейчас такое тебе покажу. Так, да. Вот, видишь, какая эта картинка появляется? Вот, смотри. А как ты это быстро так сделал? Это как? А вот так. А ты от первого лица играй, от первого лица. Паша. Ау. Я поехала к бабе. А ты дома сильно не засиживайся. Иди погулять позже. Понял? Ладно. Смотри, аккуратно, если пытаться будешь. Ох ты. Так, давай от первого лица, играй от первого лица. Давай. О, Паша, а что, мы на этом корабле, что ли, поедем? Это что? Да блин, ты зачем, пацана? Да, мы от первого лица ты сделаю. Давай захожу уже. От первого лица сделала, чтобы играть? Ну, наверное. Давай заходи уже. Ой. Покажи, как у тебя там. Нет, от первого лица это типа призум. Призум. Паша, извини, я не понимаю. Ну ты вот так вот сделай, вот так вот. Типа вот так вот. Вот так вот, на экране, вот так вот. Видишь, я призумила? Типа приблизила, да? Приблизила. А, да. Понятно. Ой, сейчас я сяду. Ой. Убери вот это, убери это. Все, я села. Окно убери. Какое окно убрать? Вот оно. Паш, где окно? Какое окно? Я ничего не строила. А, ну ничего. Ладно, нажимаю кнопочку отплыть. Поплыли. Ну все, мы поплыли. В общем, я отслоняю камеру, чтобы мне было удобнее. Нет, не надо отслонять. А ты нажми тоже кнопочку отплыть. А, давай, я нажала. В общем, мы поплыли. О, ребят, вы посмотрите. Море. Все, мы... Ой. О, господи. Господи, у меня сейчас... Ребята, вы посмотрите просто. Давайте внутри посмотрим теперь. Мы перевернулись. Вверх ногами. Ребят, посмотрите, мы вниз головой. Видишь, типаж тут. Своей прической. Господи. А я... Вниз головой. Да, Паш, а помнишь, когда... Помнишь, когда мы играли, мы вообще так долго плыли, почти до конца доплыли, и мы это еще без волос стали лезть, без причесок нам смыло. Точно. Паша, ты можешь? Так, ребят, Паша, ты можешь управлять этой лодкой или нет? Нет, не могу, мы перевернулись. Как мы будем управлять, мы перевернулись? Хорошо. Ой.
знаете? Блин, ой! Блин, ребята, ребят, как, на, что, как нам перевернуться? Ой. Господи, как хорошо, что я успела сесть. Я случайно с кресла с вас слезла. А, да ты бы и так села, у меня корабль-то прочный. Да. Ребят, смотри, он даже ничего не сломалось. Смотри, даже ничего не сломалось. Да, ребят, ну вы посмотрите, какой-то огроменный. Паша, как ты это сделал? Как ты его так быстро сделал? Это как? А, да там, я когда строил, я сохранил этот корабль, когда я строил. Вот этот корабль, я его сохранил. Ясно, ребят, тогда ведь сейчас. А вот сейчас, ребята, соберите пример, как Паша это сделал. Ребята, тоже... что доста... за... Можете прям взять листочек и записать, как он это сделал, как что вот. Кстати, Паш, когда мы в прошлый раз с тобой играли, ты мне сказал, давай подкачивайся, но я поплыла тот корабль, поплыла только один раз, потому что мне не с чего было строить. Ну да. И кстати, я управляла кораблем, у меня ж не есть этот двигатель. А, ну да, прикольно. Вау, ребята, вы посмотрите. Тебе золото дали? Ну, стой. Паша, а я тебе сейчас такое еще покажу. Ребят, подожди, Паш. Ребят, посмотрите, какая красота здесь на улице. Ребят, посмотрите просто. Паш, выгляни, как красиво. Я уже смотрю. Я уже вижу все. А здесь какие-то... А здесь, наверное... Ребят, а здесь, наверное, цирк или что? Это, мне кажется, это цирк, Паш. Нет, это не цирк. Это какие? Это что? Такое ощущение, как будто это аппликация цирка. Это кинотеатр. Кинотеатр? А где кино тогда? А где кино показывают? Ой. Ну вот они смотрят, как мы пролетаем. А, типа мы показываем... А, это типа мы, актеры, показываем мультик. Ага. А! Ну или какой-нибудь фильм. На уж. Так, Паша, в следующий раз проси меня поставить двигатель, чтобы ты управлял, потому что меня это волнует. Всегда. Метамор... У меня поставлен, только его сломали. Ясно. Метамор даст пехи. Паша. Я умер. В смысле ты умер? Мне что, тоже сейчас умирать? Походу. Вот ты умерла. Да. Мне 56 вот этих золота. Еще один сундук. 20 сундучка, еще один сундук. И вот. О, мне тоже дали. Ясно. Ой. А это кто корабль такой построил? Ой, Паша, ты... Это не... Там... Да блин, ты зачем этого пацана впустила? Он корабль взял, это пацан. Паша, я ничего не делала, как бы. Ты знаешь, это пацан, ты согласилась, чтобы он к нам в команду пришел. О-о, ну, Паш, я нечаянно. А что делать ты теперь? Ты с ним поедешь. Ой, мне надо выйти. Ой. Я застряла. Ну, ты едь с ним, я буду на вот этом корабле, прикольно. Ой. Вот. Подожди, я с тобой. О, о. Вот это. Смотри, заходи. Спасибо. Ой, Паш, прости, наверное, на твое кресло. Ты на каком? Выбирай. Ой. Сейчас сяду. Я на этом. Закрывай, Паш. Поехали. Ой. Давай, включай. Отплыть. Кнопочку отплыть и поехали. Ой. Да блин, я опять отстала. Ну сколько можно, ребят? Все, я села. Это что, у нас закрыта дверь? У нас дверь закрыта, мы можем хоть ходить. Да, но спереди у нас открыто все-таки тут как-то. Может, такое... Да, впереди это стекло, чтобы управлять. Но я не рассчитала, и я почему-то не могу управлять. Что-то не подсчитала чуть-чуть. Угу. Ну, если так, ну, вот это я тоже сохранил и построил. Вот это я построил и сохранил тоже. Ясно. В общем... Я сейчас два кресла сделал, чтобы... Кстати, Варя, давай я потом еще кое-что покажу. Хорошо. И мы уже вон как прикольно плывем. Это моя прикольная машинка такая. Только я не подрасчитала, я не могу управлять. Вы спросите, как я это построил? Ну, привет, друг. Привет, друзья, я написала всем.
Это я своим ребятам, подписчикам, кто на меня подписан, кто меня смотрит. Это я всем своим друзьям, подписчикам, кому я только угодно это не сказала. Ой. А что, только не забудь, что мы стрим снимаем. Да я не забываю, я помню. Ясно. Я что, я бы сказал сразу. А что мы сейчас делали? Я бы так и сказал. Я думала. Ой, блин. Ой, а что мы? Мы застряли? Ой, все живые, все живые. Паш, главное, ты не вздумай слезть, а то, Паш, даже не вздумай своим игроком шевелить. Конечно, конечно. Привет. Так, Паша, немедленно садись. Я сел. Вот и молодец. Тара-дунган, тара-дунган. Фига, мы уже далеко доплыли. До сырка. Да. Так, Паша, да, у меня такое ощущение, как будто нам еще долго до конца. Нам еще долго, я вижу, нам еще, я дверь открыл. Закрывай немедленно. Так. Паш, хватит баловаться. Паш, закрой дверь, уже не смешно. Нет. Да! Как ты эти двери, блин? Нет. Закрою. Закрой, вода, а то перевернемся, потом мы умрем. Закрывай дверь. Молодец. А ты знаешь, как закрывать? Как? Вот, открывать и закрывать. Вон, видишь такой рычаг? А, и на него надо нажимать? Ой, почему-то не получилось. Странно, я ж нажала вроде рычаг. Ну ладно. Только, наверное, хозяин этого... Может открывать-закрывать. Блин. Чё, блин? У меня такое ощущение, как будто мы сейчас ломаемся. Как мы и так чуть-чуть подломались. Ага, всё, мы на свой... Ой, смотри кое-что. Смотри вот сюда. Видишь дырочка? Да. И рядом со мной. Это чтоб ты не баловался. Дверь сломали. Безобразие. Что нам делать? У нас почти корабль весь сломанный. Давай, ну пусть заломается. Представь. Смотри на пацана. Где он, пацан? Он подцепил нас и типа едет с нами. А где он сидит? На своем корабле он едет. Он подцепил нас, и он на своем корабле едет. Как мы вообще до сюда доплыли? Я не понимаю. Паша, представь, мы все такие... Паша, сядь! Да я случайно встал! Садись, Паша, пока не упал. Хочешь прикол? У меня кресла нету. Ой-ой. Значит, Паша, как-то стой. Пытайся. А встать за... Попробуй встать за мое кресло, может там безопаснее будет. Не стой рядом с этим. Паш, ты чё? Ой, Паша. У тебя... Ой. Паш, ты где? Я не знаю. В смысле не знаешь? Ребят, посмотрите, мне уже прическу все смыло. Мне прическу смыло. А знаешь где? Где он? Где Паш? Я умер. Паша, а у меня тут вообще это калитка как-то всяко болтыхается. Опять у меня на перерыв. Тебе придется умереть. Нет, Паш, я буду ждать, до скольки доплыву. Мне хотим, может, больше золота дадут. Ну ладно, я тогда буду свой корабль строить и поплыву. Тебя догоню. Ну и плыви. Я потом, в следующий раз тебя подожду. О, вот. Ладно, я тебя подожду. Это не то. Я хочу вот этот корабль. Да, мне кажется... Не, Паш, теперь мне надо умереть, потому что я не смогу дальше плыть, наверное. Мне придется умереть.